Здравствуйте, уважаемые телезрители! А в эфире передача «Православная Брянщина». На Брянщине прошли съемки телепередачи «Играй гармонь». Центром фестиваля народного творчества стало село Олешенко Навлинского района и храм Владимирской иконы Божьей Матери. Также передача записывалась в Брянске на территории Свято-Троицкого кафедрального собора. Ведущие Захар и Анастасия Заволокины впервые снимали программу в Брянской области. Мы бывали проездом не раз, и с отцом еще в 90-х, там в конце, в 96-м году первый раз оказывались. А потом были в составе таких программ путешествий по Черноземью, Орел, Курск, Брянск, Липецк. Проездом один день, там полтора денечка выхватывали здесь по съемкам. Ночевали, а первый раз за 35 лет существования «Играй гармонии» мы приехали вот с полноценными несколькими днями, со съемками именно ваших талантов, с Брянщины. Это не может не радовать, потому что край мы ваш любим, есть у нас тут друзья-гармонисты, причем не последние десятки гармонисты российского масштаба, скажу так. Мы с ними дружим давно и поддерживаем, они нас, мы их. И вот сейчас приехали сюда уже полноценно снимаем программу, а может быть даже несколько получится, скорее всего несколько, потому что у нас эфир короткий, 35 минут передачка, а талантов моря, всех необъятное не объять, у некоторых по два даже номера снимаем. В общем, интересно, здорово, прекрасные люди, прекрасный край, прекрасные села. Вот мы вчера проехали чуть-чуть, не увидели ничего такого неприятного. Я не думаю, что здесь специально готовились, чтобы там потемкинские деревни какие-то сооружали из этой серии. Все так прилично, чинно, мирно, душевно. Чему мы несказанно рады, мы стараемся как-то у людей тоже ими зарядиться, им что-то дать так взамен. Все хорошо идет, слава Богу. Нам нравится. Передача «Играй гармонь» была создана народным артистом России Геннадием Заволокиным 35 лет назад, в 1986 году. После трагической гибели Геннадия Дмитриевича его дело продолжили дети Захар и Анастасия. Часто спрашивают, что такое «Играй гармонь», зачем, почему, какая ее вот задача. Я скажу словами отца, на этот вопрос он отвечал часто, журналисты задают его. Задача нашей передачи – показать простого человека в момент высокого творческого взлета. И неважно, что он делает, на гармонии он играет, на гитаре, поет на частушке или рассказывает поэтические какие-то стихи. И неважно, кто он, экскаваторщик или доктор наук каких-то, или капитан дальнего плавания, или мировой судья. У нас такие были случаи, когда у нас из Калининграда приезжал человек, мировой судья по профессии, а из Владивостока капитан дальнего плавания, торгового флота. И они пели прекрасно и плясали. Вот так, а соединились они в Новосибирске, то есть далеко от Калининграда и далеко от Владивостока. География обширная, и нам интересен и фольклор, и местный, и авторские какие-то вещи. Вот вчера женщина приезжала, по-моему, из городок, ну, неважно. Вот она любит родину, сама деревенская. Люся Кузнецова, вот я запомнил ее имя такое. С баянчиком такая, стеснялась сначала чуть-чуть. Мы потом как-то так с ней: Люся, не волнуйтесь, представьте, что вы сидите вот где-то у друзей и у родственников в деревне на заваленке, спойте. Спела прекрасную песню на стихи, музыку написала сама, стихи местной поэтессы. Очень нас впечатлило, я думаю, украсит передачу она своим пением, своей песней. Как-то вот она свою вот любовь к родине, так она тихо, скромно пронесла. Мы такое любим, нам такое надо. И, наверное, не только нам, потому что нас смотрят и в России, и не только. Все это интересно. На Брянщину ведущих известной передачи пригласил участник ансамбля русской песни «Бабкины внуки» гармонист Дмитрий Панаскин. Идею поддержал руководитель коллектива Владимир Латинков. Реализовать проект удалось при спонсорской поддержке благотворителя Владимирского храма села Олешенко Навлинского района, уроженца этого места Алексея Ивановича Сороченкова. Было огромное желание уже давно их сюда пригласить. Ну, осуществить это желание вот помог Алексей Иванович Сороченков,
вот в эти дни, сегодня именно. А почему именно Заволокиных? Ну, как бы у меня очень лично с ними, ну, много общего. И это один из немногих коллективов, которые именно несут культуру русского народа, православную культуру. И, собственно, все творчество их построено на глубокой вере. И, собственно, я вижу в их песнях то, что они делают, ну, присутствие Христа. Конечно, когда Дмитрий сказал, что это возможно проведение «Играй гармонь» на Брянщине, но надо быть готовым к большим трудностям. Это раз, и к финансовым затратам. Я сказал, что я принимаю это все, потому как Брянская область имеет столько талантов. Вот, и мы вчера в этом, я убедился, во селе Олешенки. И сегодня, вот, вы уже тоже видите. Вот, поэтому никакие трудности, никакие финансовые затраты не могут остановить при вот в этом желании показать эти таланты, раскрыть эти таланты. Ну, они уже раскрыты, показать вот именно на Первом канале Центрального телевидения. Чтобы эти таланты увидела вся Россия, и не только. Это и зарубежье, потому как там живут многие наши соотечественники. Так что программа эта, она очень нужная, потому как она раскрывает во всей полноте и красе народное творчество русской души. Вот. И столько дарит она счастья и радости, что просто не выразить словами. Дмитрий Панаскин был лично знаком с основателем телепередачи «Играй гармонь» Геннадием Заволокиным. Единственная встреча с этим удивительно талантливым, одаренным от Бога человеком состоялась 20 лет назад, в 2001 году, за 2 недели до его гибели. У нас была такая встреча творческая, можно сказать. Он нас слушал, мы ему играли. У нас было общение, и сегодня уже Анастасия Заволокина вспоминает этот разговор, она его неоднократно пересматривала. И вот буквально вчера она говорила о том, что мы там и о вере говорили, и, ну, о Боге, вот, и о культуре, и про родину, о патриотических каких-то вещах. Вот, ну, и был такой очень мощный контакт, наверное. И я, наверное, в Геннадии Дмитриевиче, может быть, себя увидел. И творчество, собственно, Заволокиных я тоже считаю как бы своим, то есть вот часть того, что есть у них, видимо, есть и у меня. Прослушивание и запись передачи проходило в течение 3 дней. Талантливых певцов и гармонистов собралось немало, поэтому на Первом канале выйдет и несколько выпусков программы «Играй гармонь». Город Брянск! Брянский район! Город Сев! Навлинский район! Клинцы! Сузямский район! Карачев! Село Олешенко! И вся Брянская область! Ура! Героями программы стали также воспитанники воскресных школ храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери села Олешенко и Тихвинского храма города Брянска. Все желающие могли понаблюдать за съемочным процессом, трудоемким, но интересным, и поучаствовать в нем в качестве зрителей. Сегодня уже завершающий день фестиваля, 3 дня у нас здесь поют гармонии, 3 дня у нас здесь поют замечательные душевные песни, песни, наполненные духовностью. И сегодня еще, кстати, концерт. Концерт также, основная тема, идея концерта – это Русь святая, вера православная, сохранение традиций наших. Ну, все то, о чем нас, к чему нас призывает наша Святая Матерь Церковь. Выбрали эти места, они отличаются особой красотой. Это русская глубинка, русское село, окруженное лесом,
озеро, храм чудеснейший, красивейший центр села. Я думаю, что все, кто сюда приезжают, они остаются в таком восторге, пребывают. Потому что, как наш архипастор говорил, что это здесь кусочек неба на земле. Вот так, наверное, оно есть на самом деле. Скажи, моей милой земле, что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый зонт. Запись телепередачи завершилась праздничным концертом в селе Олешенко. В благоустроенном красивом парке собрались музыканты, авторы, исполнители, творческие коллективы и гости праздника. Концерт был посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, который празднуется в этом году. Княже святый Александре, Троице Бога моли, стань благоверный, заступниче славный нашей родимой земли. Княже святый Александре, заступниче славный нашей родимой земли. От имени митрополита Брянского и Севского Александра участников мероприятия, гостей и зрителей поприветствовал благочины Навлинского церковного округа священник Тимофей Учватов. В своем слове владыка поблагодарил ведущих программы «Играй гармонь» за благое дело по собиранию фольклора из разных уголков Великой России. Народное творчество – это богатейшее наследие наших предков, наша история и достояние. И сберегая его, мы сохраняем национальную самобытность. Ведь русская песня – это живое творчество нашего народа. В ней отражается щедрость и широта русской души, отеческое предание и глубокая вера, и бесценно передавать родную культуру последующим поколениям. На концерте выступил ансамбль «Бабкины внуки». Известный коллектив исполнил любимые песни многих. Главным участником концерта стал ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка». Коллектив был создан в 1987 году как спутник телепередачи «Играй гармонь». Сейчас ансамблем руководит заслуженная артистка России Анастасия Заволокина. Играй гармонь, играй гармонь, играй на всю катушку. Давай гармонь, давай гармонь, оп, оп, оп. Послушать известных исполнителей собрались жители Навлинского района, Брянска и других городов. Фестиваль стал праздником русской народной культуры. Звучит песня по вашим просьбам. Песня Геннадия Заволокина. Слова Юрия Колокова. От печки. Солист Захар Заволокин. Погрустим немножко. Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно, пусть льется свет из детских лет, пусть будет молода. Давайте сначала от поля и речи с родного причала, от печки, где звезды сквозь рамы снега
Концерт в живописном брянском уголке длился в течение нескольких часов и подарил людям радость и хорошее настроение. Действительно, Русь еще жива, Русь еще поет. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь.